воду к нему. Решил утопить нам Павла. Пашу утопить. На голову ему льешь. Скажи, он у меня тряпки таскает, а ему воду. Да. Два свою пару. Нашли общий язык. Скажи, тряпки у меня тащишь, вот тебе воды на голову. У нее сам кончик носа, вот это место, у нее мелковат. Это получается так нос, как вот... Пипи больше. Ты красивая, ты очень красивая, очень красивая. О, да? Обиделась, что не так. Все нормально, у тебя все. У тебя так нос, Патрикина, не переживай. Нос у тебя так. Все хорошо. Поменяемся? Сейчас я посмотрю, если найду меня разложку. О, говорит. Гунь. Скажи, вам по голове машины стукнули, да? Вы не так еще заговорите. Ну да, стукнули, леса по-китайски заговорили. Леса по-китайски. Скажи, смеются, да, гад? Вон у нас лапы какие, толстые. Хвост толстый. А что такое? Не ходить сюда, не пойду. Стой, говорит, здесь. Я двигаться начал, он говорит, стой здесь, не ходить никуда. Сразу я. Там 20-й я ставил. 20-ку я ставил. 20-ку. Скажи, злыдни, я его только доедать начала. Новый. Решили новый. Что? Коза. Ей новый мешает, наверное, не? Нормально мешает у меня, ага. В этой жизни. Единственное, что сейчас надо все-таки попробовать клетку мне переставить другую. Стоит, не бежит. Сейчас тут пока чешу нормально. Опа, что ли, скажи. Надо стоять. А потом как рвануть? Правильно, сил собраться. Ми-ми-ми. Чё ми-ми-ми? Не надо, говорит, новый, не надо. Надо. Я все понимаю. Я тоже скажу. Сейчас, стоп. Я, говорит, тоже понимаю. Прям режу. Все, новый, ешь на здоровье. Сколько хочешь тебе? Я побоялся это. Плохо сделал. Нормально. Не слетел ни разу. Хорошо, ну, не сняла. Давай. Да не туго. Оп. Вот, видишь, теперь тебя новый. Не снимешь. Ну, этот, я думаю, реанимировать не стоит. Можно обрезать. Да, выкидывать. Широко будет. Так, ну что, попробуем клетку поставить другую. Черную здесь соберем большую.